Всем привет! Сегодня хочу записать с вами приложение на видеообзор на такое приложение, как Secret Phone Code. Открываем его сразу же. Это приложение находится в категории книги и справочники в магазине для Windows 8.1 профессионал. Что мы видим? Видим описание, установить на русском описании, установить кнопочку. И скриншоты различные скриншоты, всякие коды. И всего. Оценка 4, 2 пятерки, 1 двойка. Русский язык поддерживается. Приложение данного автора. Все, нажимаю кнопку установить, посмотрим, например, у меня телефон Тиашель сейчас, вот, и интересно, будет ли что-то на нем, какие-то секретные коды или не будет. Он загружается, наше приложение устанавливается. Открываем его. Что мы видим? Sony Ericsson, Nokia, Samsung, LG, Alcatel, HTC, Philips. То есть не густо, конечно, не густо. Хотела бы сказать. Есть еще такой телефон, как Fly, допустим. Lenovo, iPhone. Кстати, не все модели. Ну, я бы с удовольствием проверила, но до этого было HTC, но у меня его нету сейчас на руках с собой, я бы проверила, что-то бы, да посмотрела. Ну да ладно, ну, надеюсь, что он будет работать, только внимательно, пожалуйста, читайте, что же они обозначают, чтобы вы не спутали с чем-то еще, вот. И не делали дело, как говорится. Вот так вот выглядит приложение секретные коды телефонов из магазина Windows 8.1 профессионал из категории книги и справочники. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наше обновление, будет еще много чего интересного. До свидания.